Значит, приходит женщина, пожилая, к врачу, говорит: доктор, вы понимаете, в чем дело? Вы понимаете, доктор, у меня совершенно нету друзей. Вы понимаете, доктор, никто совершенно не хочет дружить. Вы понимаете, совершенно у меня нет никого вообще, друзей нет совершенно. Никто не хочет со мной дружить. Может, вы мне в этом поможете? Вы грязная жирная скотина. Извините.